Добрый день, уважаемые подписчики. Сегодня у меня автомобиль Toyota Camry 2012 года выпуска с двигателем 2,5 литра, коробка автомат, передний привод. Пробег на автомобиле 105 тысяч километров. Заменю на нем задние тормозные колодки. Поднимаю автомобиль, снимаю оба задних колеса и добираюсь до колодок. Колодки буду устанавливать фирмы Нишимба. Поднимаю автомобиль. Поднял автомобиль, снял задние колеса. Откручиваем два болта крепления цилиндра к скобе. Обе направляющих туго. Сначала не хотели ходить так же, смазка подсыхает, поэтому вытаскиваем нижнюю у нас с демпфером. Верхняя у нас без демпфера. Ну, смазка есть, но что-то стало уже подкусывать. Колодки еще не мертвые до конца, но уже менять самое время, потому что вот еще буквально меньше миллиметра и начал бы пескун цеплять уже за диск. Снимаю пластинки. Сразу, чтобы посмотреть, чем они у нас отличаются, а ничем они не отличаются. Абсолютно одинаковые. Чистим. Сколько грязи. Пластинки тоже подчистил, ставим их на место. Беру тряпочку и вычищаем старую смазку. Добавляю маленько смазки вовнутрь. Смазываю палец. Верхний палец у нас идет без демпфера.
Воздух вышел. Также мажем нижний палец. Все, подпора нет, пальцы у нас ходят мягенько и смазано. Берем новые колодки. Колодки фирмы Нишимба, номер их PF1522. Колодки такие же, как на 40-м кузове. Со старых колодок переставляю радиатор и переставляю скобу. Скобу, вот эта скоба, она пружинка идет, подпирает у нас колодку, она же является и пескуном. И также на вторую колодку. Ну, а теперь смазываю маленько поршень. Поддеваю пыльник. И между пыльником поршнем завожу шприц. Добавляю туда маленько смазки. Беру струбцину и вдавливаю поршень вовнутрь. Вот хорошо видно, что пыльник у нас на место не встал. Теперь нам надо подобраться аккуратненько, чтобы не порвать поршенек. Аккуратненько, чтобы не порвать пыльник, выпустить воздух. Вот. Выпустил воздух, и пыльник сел на место. Если этого не сделать, при установке мы об колодку порежем пыльник. Ставим цилиндр на место. И наживляем оба болта. Все, колодки я заменил. Аналогичным образом идем, меняем со второй стороны.
После того, как заменим, устанавливаем колеса и нажимаем на педаль тормоза 2-3 раза для того, чтобы у нас выбрать свободный ход и тормоза появились сразу, а не было ловушкой, начиная выезжать, у вас нет тормозов. На этом все. Замену задних колодок я закончил. Всего вам доброго.